Глубоко уважаемые дамы и господа, я собрал вас для того, чтобы сообщить несколько новостей. Начну с самой позитивной. Самая позитивная новость в том, что мой друг Алексей Собченко, вы видели его у меня на канале, мы там беседовали по поводу американских дел, который ведет сам YouTube-канал, где Виктор Суворов и я периодически встречаемся, обсуждаем события истории войны. Вот, Алексей Собченко выписывается из больницы, завтра уже будет дома. В больницу он попал потому, что ему распилили грудную клетку пилой и вставили в сердце 4 стента. Слава богу, все отлично, завтра уже будет дома. Поздравляем Алексея, благодарим американскую медицину, а также американскую систему медицинского страхования, благодаря которой все эти действия были для Алексея лично бесплатны. Очень хорошо. Следующее. Значит, анонс, ну, главный анонс этой недели – это то, что в четверг, 17 июня, по московскому времени вечером 21:00 это начнется, в эфире «Эхо Москвы», ну, и на YouTube-канале «Эхо Москвы», будет публичная дискуссия, посвященная трагедии Смоленска, гибели президента Качинского и польской делегации. Вот, там будут участвовать два небезызвестных польских эксперта. Они уже там были на «Эхо Москвы». Возможно, вы видели этот эфир. И буду там я. Значит, когда все это дело состоится, мы, естественно, так же, как всегда, продублируем на нашем канале эту запись. Вероятно, добавим больше графического материала, нежели это можно сделать технически в условиях дискуссии на «Эхе». Так что милости просим. Значит, можете присоединяться, смотреть. Далее. Несколько оценочных суждений, с этим связанных. Значит, ну, безусловным фактом, не оценочным суждением, а безусловным фактом является то, что сегодня 15 июня, а первый ролик, посвященный Смоленской трагедии, я выложил на канале 14 апреля. То есть прошло 2 месяца и 1 день. Срок достаточно большой. Значит, совокупно, ну, первый, второй, да, третий ролики по этому поводу, по этой теме. Совокупно там уже больше 2 миллионов просмотров. Ну, комментов вообще много, я думаю, больше 20 тысяч комментов. То есть, да, как-то есть определенный общественный интерес к этой теме. Но за истекшие 2 месяца и 1 день ни один российский авиационный специалист, имеющий отношение к авиации, к расследованию авиационных катастроф, конкретно к данной катастрофе, ни один судмедэксперт, патологоанатом и специалист медицины катастроф, никто не высказался публично, по крайней мере. Ну, что, на мой взгляд, не совсем очевидный факт, не совсем тривиальный, не совсем заурядный факт, потому как, слава богу, все живы-здоровы, жива-здорова Татьяна Анодина, дай бог и дальше, это руководитель МАКа, того самого Межгосударственного авиационного комитета, который выпустил замечательный, на мой взгляд, совершенно фальсифицированный отчет. Госпожа Анодина сейчас уже называется президент Межгосударственного совета по авиации. Весьма активно живет, работает. Вот на экране видите, вот что тут у нас. Бывшие совладельцы Transair, это по мнению Центробанка, манипулировали акциями компании. Александр Плешаков и его мать Татьяна Анодина, это не однофамильцы, это она и есть, Татьяна Анодина, руководитель МАКа, нанесли инвесторам ущерб на сумму не менее 200 миллионов рублей. Вот как я прочитаю такое, блин, и думаю, а чего в этой жизни добился ты? То есть, слава богу, все живы, никак не реагируют, живы, насколько я понимаю, Краснокутский, Плюснин, полковник Краснокутский, подполковник Плюснин, которые были в диспетчерской, жив-здоров руководитель захода на посадку, который 5 раз сказал на курсе на глиссаде, а самолет почему-то прилетел в лес. Никто из них не захотел никак отреагировать. Очень надеюсь, желаю, что живы 7 бригад скорой помощи, которые приезжали за полчаса, все решили и уехали. Все молчат, все молчат. Вероятно, это никому из специалистов не интересно. Следующая констатация. Почему-то это очень интересно не специалистам. Ну, вы, наверное, уже видели, Юлия Латынина, блестящий наш публицист, журналист, выложила один огромный ролик по этому поводу, набрала там 1500 дизлайков, огромное количество ругательных комментов, сочла необходимо выложить следующий такой же.
вчера, там позавчера, Максим Кац выкладывает большущий ролик с разоблачением конспирологических версий Соловьина. Максим Кац – это чемпион России по покеру. По его собственным словам, в одном из интервью он 3 раза пытался учиться в каком-то вузе или в разных вузах, но так и не доучился. Вот Максим Кац тоже считает нужным высказаться. Я думаю, что это еще не конец процесса. У нас еще, наверное, появится известный журналист-гуманитарий Леся Рябцева, еще будет чемпион игры в подкидного дурака, Буру, Очко и так далее. Значит, что я по этому поводу думаю? Собираюсь ли я отвечать? Мне очень много вопросов. Надо ответить, если люди спрашивают. Нет, конечно, я не собираюсь это ни читать, ни смотреть, ни отвечать. Почему? Ну, по той же самой причине, по которой я не смотрел, да и, насколько мне известно, никто из моих знакомых, приличных людей не смотрел так называемое интервью с Романом Протасевичем, который сейчас находится в плену у режима Лукашенко. Эти вещи смотреть приличным людям незачем. Это печально. Буквально вчера вот лукашенковские эти МВДшные каратели устроили некий балаган в виде пресс-конференции, брифинга. Собрали журналистов, привели туда Протасевича. Что сделали журналисты BBC? Встали и ушли. Ну, естественно, встали и ушли. Не может приличный человек при этом присутствовать. А поэтому не смотреть, не оценивать, не обсуждать эти тяжелые, неприятные сюжеты я не буду. Я желаю Протасевичу освобождение, или, по крайней мере, чтобы он дожил до освобождения, сохранив физическое и психическое здоровье. Я надеюсь, что и Россия когда-то будет свободна, и те люди, которые сейчас вынуждены действовать под давлением, принуждением, нам объяснят, если сочтут нужным, что это было. Это все неинтересно, мне интересно другое. Вот честно говорю, честно, глядя вам в глаза, я не понимаю цель. Я понимаю, кто и что делает, я не понимаю, зачем. Вот что, кто-то думает, что если они соберут Лесю Рябцеву, Каца, еще несколько подобных специалистов, в кавычках, по авиационным катастрофам, то это подействует на умы публики, и она поймет, как ошибается Соловьин, или что, или зачем. Или это такой дьявольский план, чтобы наоборот. Вот, ну, по крайней мере, я вчера пробежал глазами комменты под роликом Максима Каца, но каждый второй коммент на тему «Теперь я уже перестал сомневаться в том, что Соловьин прав». «О, я не знал, надо посмотреть, что там Соловьин записал» и так далее. Это какая-то дьявольская игра, настолько глубокая и мудрая, которую я понять не могу. Окей, теперь по поводу того, что у нас с вами ожидается в четверг. И кто-то, да, главное, кто там ожидается. Профессор Павел Артимович. Личность весьма в Польше известная. Он действительно профессор, он астрофизик по образованию и роду занятий. Насколько известна его публичная биография, в 1986 году он уехал из Польши в США учиться, что, конечно, не так и завредно в 1986 году уехать из Польши. Вот. Желающие могут ознакомиться с биографией его отца и деда. Это кто желает, сам разберется, без моей помощи. Вот сейчас он работает там, ну, не в Америке, сейчас он работает в университете Торонто, в Канаде, работал в Швеции, в Стокгольме. Достаточно, как можно понять по публикациям, известный специалист в своем деле. В Польше он очень известен как участник дискуссии по поводу обстоятельств гибели президента Качинского. Ну, наверное, он был одним из или самым первым автором вот этой березы, которая перерезает крыло самолета. Все эти траектории красивые, перевернутые, то, что вы видите бесчисленно на всяких интернет-роликах, как я понимаю, авторство именно его. То есть он известный в этом деле человек. Мне он тоже известен, он и я ему известен. И, похоже, известен даже, мы, похоже, дружим с семьями. Потому что вот это я не показываю вам фрагменты личной переписки, это комменты. Это комменты, вот понимаете, прямо в комменте я получаю письмо. Я даже сразу не понял, что оно подписано Дорота Артимович. Ну, я не знаю, может быть, это однофамилица, хотя она ссылается на исследование Павла Артимовича. Вот
Да, вот ей жалко, что я не знаю физику, ей очень жалко, как не скупала наука в СССР, но имеется в виду, наверное, мой Кубинский авиационный институт имени Сергея Павловича Королёва, Солой несет полную чушь, получаю это письмо, потом уже получаю письмо от самого профессора Цимовича, который тоже в чрезвычайно энергичных выражениях объясняет, что он думает про поводу меня, и после чего, ну, коль скоро все это публично выкладывается, я также публично пригласил профессора Цимовича для дискуссии, на моем канале, благо, ну, я вам показал, видите, тут миллионные просмотры, все нормально, не западло. Вот обозначил, что важно условия этой дискуссии, вы их видите, те, кто нас слушает, прочитаю вслух. Каждому участнику предоставляется ровно 30 минут. Ну, там можно обсуждать 30 или 40. После того, как лимит будет израсходован, микрофон отключается. Каждый участник использует свои 30 минут как хочет. Понятная формулировка? Как хочет. Дальше еще уточнил. Может отвечать на вопросы оппонента, может не отвечать, может говорить, петь и так далее. Ну, вероятно, Павел Артемович не понял, это не его родной язык, это все нормально. Почему-то он как-то понял по-другому. Вы меня приглашаете на публичные дебаты, где мне дозволено будет говорить на такие-то темы, а другие нет. Как можно так понять, не понимаю. Вы хотите, чтобы люди слышали о фальшивках Мацаревича, сами хотите говорить о 30 минут и так далее. Значит, короткий вывод, вы кто такой, чтобы дебатировать со мной? Это было месяц назад. Вот на этом закончилась моя попытка пригласить Павла Артемовича на публичную дискуссию, но, как мы видим, авторитет «Эхо Москвы», его руководителя оказался выше, это очень меня радует. И, соответственно, на приглашение от «Эхо Москвы» Павел Артемович согласился, и у нас будут дебаты примерно по той же самой схеме, она вот сейчас, ну, уточняется. Ведущим будет Виталий Наумович Дымарский, «Шахматные часы», «Бомс-бомс», до секунды выверенное время выступления для каждого из участников этой дискуссии. Мы там предполагаем определенный сценарий, могу вам его сразу же рассказать. По 10 минут каждая сторона, 10 минут для такого короткого доклада, представления своей позиции, потом взаимные вопросы друг другу, потом вопросы ведущего каждому из оппонентов, и в конце по 5 минут для завершающего высказывания каждому. Полтора часа под это дело Венедиктов отводит времени. Еще раз, четверг, 17 число, 21:00 московского времени, начало. Так что будем наблюдать. Всего доброго.